Итак, ребята, всем здорово, с вами Орущий Динозавр. И сегодня у нас будет обучающий урок номер 2. Как настроить микрофон на Windows 10. Я приобрел себе наушники с микрофоном встроенным. И вот какие операции я произвел. Значит, в правом нижнем углу рабочего стола мы видим вот такой динамик. По нему кликаем правой кнопкой мышкой. Заходим в раздел записывающее устройство. Ну, здесь по умолчанию будет находиться вот такая вот ячейка, где написано микрофон. В зеленом кружке мы увидим галочку. Сейчас вам покажу, как настроить качество записи, ну, как бы по умолчанию. Нажимаем два раза левой кнопкой мышки на данную ячейку. Открывается такое окошко у нас. Заходим в уровни. Тут можно регулировать, так скажем, ну, не то что качество, а процентное соотношение улавливания, так скажем, микрофоном вашего голоса. Ну, у меня стоит на 97%. Усиление микрофона 10 дБ. Заходим дополнительно. Здесь будет как бы качество записи в будущем, какое у нас будет. Выбор большой. Попозже поэкспериментирую со студийной, может быть, запись. Ну, пока по умолчанию компакт-диск стоит у меня. Вот, нажимаем ОК. Бывают еще такие моменты, когда мы микрофон так вот отключаем, и вот эта ячейка у нас пропадает. И вот люди спрашивают, как включить обратно микрофон. Все просто, значит. В нижнем, вот этом вот разделе, в нижней ячейке, тоже написан микрофон. Нажимаем правой кнопкой мышки на него и показать отключенное устройство. Кликаем, чтобы здесь галочка появилась. И вот здесь будет всегда микрофон отображаться. Просто когда он будет выключен, вот этот кружок будет, ну, как бы прозрачный. Вот, когда он включен, кружок будет зеленый с белой галочкой внутри. Вот, ну, надеюсь, ребят, понравилось видео. Все, там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все дела. Вот, с вами был Орущий Динозавр. Всем пока.